допускаете ли вы внесудебное решение какой-то проблемы, если нельзя наказать преступника по закону? Я лично. Давайте, да. Давайте назовем это внесудебная расправа. Так. Внесудебное наказание. Наказание. Вы хотите спросить о наказании? Да. Вы знаете, я вам хочу сказать, что существует мораль, а существует закон. И не всегда закон дает возможность сохранить мораль или уберечь мораль. То есть вы допускаете внесудебное наказание? Я, конечно, допускаю. Конечно, допускаю. Задача ведь сохранить общество. Это превыше закона. Это самое главное в моем понимании. Это человеческая душа и человеческая жизнь. Так вот, если... У нас же есть принцип. Дилемма закон возникнет есть, и он суров. О сохранении человеческой жизни, то я готов приступить к закону. Вы услышали. Да, был ответ и был вопрос.